Это Нижнежиловский сельский округ. Улица Вологодская ведет к кладбищу, поэтому в преддверии Пасхи было решено начать именно с нее. Работы начались 3 числа. Квадратура данной дороги составляет 1336 метров. Денег выделено на ее ремонт 2,5 миллиона. В целом на ремонт дорог в этом году из краевого бюджета выделено 580 миллионов рублей. Это все транспортный налог, уплаченный сочинцами в прошлом году. На эти деньги будет отремонтировано 97 дорог курорта, 46 на первом этапе и 51 объект на втором в сентябре, когда поток туристов пойдет на спад. Речь идет о муниципальных дорогах, многие из которых не знали ремонта десятки лет. Одновременно выделен 31 миллион рублей из городского бюджета. Эти средства направлены на ямочный ремонт отдельных участков. Эти работы будут завершены до конца мая.